В Москве и области с этого дня заработала система спецпропусков. Передвигаться на личном автомобиле, такси и общественном транспорте теперь можно только при наличии цифрового кода. На всех въездах в столицу посты. Сотрудники ГИБДД останавливают автомобили и проверяют у водителей наличие необходимых разрешений. На въездах в столицу движение ограничено до 1-2 полос. Останавливать транспорт будут и в разных районах города и области. На данный момент в Москве выдано более 3 миллионов цифровых пропусков. При этом почти 900 тысяч кодов аннулировано из-за недостоверной информации. Получить цифровой пропуск можно тремя способами. В личном кабинете на портале МОС.ру, отправив СМС на номер 7377 или позвонив по телефону 84957-7. При оформлении необходимо указать цель передвижения. Для поездок на работу код будет действовать до конца апреля. Если нужно поехать в медицинское учреждение, супермаркет или на дачу, пропуск следует оформлять каждый раз, но учитывать установленные лимиты.